Люди по всему миру учатся жить, сохраняя лицо под маской. Меры это вынужденные из-за пандемии коронавируса, но для многих маска стала уже частью имиджа. Так, американская художница и бизнес-вумен Эллен Макамбер из Нового Орлеана представила свои авторские маски с отверстием, позволяющим пить через коктейльную трубочку, не снимая защитного средства с лица. По словам дизайнера, идея инновационных масок принадлежит ее подруге. Она предложила это в момент, когда не смогла сделать глоток напитка во время шопинга. С тех пор дизайнерские маски нового формата начали пользоваться высоким спросом и стали хитом во всем мире. Вместе с коллегой художница изготовила уже около 40 авторских масок из хлопка, использовав также разноцветные декоративные ткани и стразы. По сообщениям СМИ, цена одной маски составляет $30, это около 2100 рублей. Однако художница подчеркнула, что такие маски не защитят вас от COVID-19, как и не защитят от любой другой болезни. Единственное, что они делают, это предотвращают попадание капель слюны.